из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. В предыдущих сериях рассказа про ГУМ я, по-моему, очень убедительно доказал, почему ГУМ – рокерское место. Но я еще ничего не сказал про множество елок, расставленных по всему магазину. А елки, как все вы прекрасно понимаете, такой же рокерский атрибут, как и гитары с барабанами. Потому что абсолютно все рокеры, до того, как стать разноцветными, чертополошными, матерящимися панками или леденящими взгляд и тоже безбожно матерящимися black, dead или трэш-металлистами, были милыми детками. И именно под елками начинали свою артистическую карьеру в образе каких-нибудь зайчиков или хрюшек, которые пели песенки Дедушке Морозу. Поэтому все мы, рокеры, можно сказать, выросли под елками. А когда повзрослели и немного научились играть, то тем, кому повезло, еще и начали выступать на всяких новогодних корпоративах, тоже под елками. Не говоря уже о том, что некоторые модели гитар и барабанов делают из елок и сосенок. Особенно китайцы такие гитары и барабаны любят делать. Вот именно поэтому, по всем этим причинам, елки – это самый настоящий рокерский атрибут. А? Оно родное, советское. Вкусное. Рекомендую прийти в ГУМ и обязательно попробовать белый пломбир. Самый лучший. А вот еще одна очень хорошая оригинальная елочка, связанная с Мосфильмом. Подошли люди с огоньком, творчески подошли. Видите, здесь цитаты, которые знает вся страна. Это откуда к нам такого красивого дяденьку замело? Ну это прям про меня. А? Или я требую продолжения банкета. Ну великолепно, я тоже всегда требую продолжения банкета. А русский человек всегда требует продолжения банкета. Помните знаменитую русскую поговорку? Сколько водки не бери, а все равно потом в ларек бежать придется. Хочу халяву ем, хочу пряники. Какие люди без охраны. Ну, потрясающая фраза, ну, согласитесь. Прекрасная фраза. Особенно актуальна была во времена ГУЛАГа. Мне надо принять ванну и выпить чашечку кофе. Ну, кофе я уже напился, лимонада напился, мороженого наелся. А вот ванну принять я никогда не откажусь. С пенкой. Но это для рокеров. Для рокеров. Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Ну, кто будет с этим спорить, а? Есть такие люди? Не? И правильно. Хорошо жить намного лучше, чем быть смурными бедными. Но это бездельника удел. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ну, прекрасный лозунг. И рокеры должны взять его на вооружение, когда приезжают на какой-нибудь концерт. Утром деньги, вечером концерт. Вечером деньги, ночью концерт. Это жизненная мудрость народная, а? Кажется, вечер перестает быть томным. Но тоже прекрасная фраза. Согласитесь, что наши фильмы, они золотой фонд. Они создали массу прекрасных народных, ставших народными, крылатыми выражениями. Вот такую елочку в ГУМе придумали для посетителей. Напомнить о нашем прекрасном советском кино. Ну чем не рокерское место, а? А вот смотрите, какой прекрасный артефакт, елочка новогодняя, на которую можно подойти и на вот этой открыточке написать свои пожелания. Пожелания, любые, бесплатно причем. И вот я вам зачитаю пару штук. Хочу, чтобы все были здоровы и ходили без намордников. Но согласитесь, очень актуальное пожелание Дедушке Морозу. Или хочу здоровую и счастливую мамулю. И здоровья всем. Малец подписано. Но везде еще подписано пионер. Везде пионер. Я вам расскажу, что в 70-е годы, когда я учился в школе, была пионерия.
И как раз в моду вошли садистские стишки. Типа, дети в подвале играли без тапа. Зверски замучен сантехник Потапов. Но больше всего мне нравился стишок про пионеров. Тяжело на свете пионеру Пете. Бьет его по роже пионер Сережа. А я Сережа. Так что, хэви-метал попса, шансонщики, берегитесь. Я бывший пионер и комсомолец. Ну, согласитесь, хорошо. Морозным декабрьским утром посидеть в тенечке и послушать хороший Диксиленд 20-х годов. А вы говорите, в Гуме делать нечего. Что вы? Тут только рок-н-ролльщиками тусоваться. Новый год близится, пора покупать игрушечки елочные, украшать елки наши. И вот здесь в Гуме представлены прекрасные игрушки с русским колоритом. Вот эта коробочка с персонажами русской сказки про Емелю Дурака, который лежал на печи долго, а потом поехал путешествовать. И поймал щуку, и она ему все делала. Ну, почти как Волощук, да. Видел, щука здесь тоже присутствует. Без щуки никуда. А куда без щуки? Особенно без рога, рупы Волощука, да. Вот персонажи, воевода, принцесса, коромысла, видите, какой красивый. Это все из стекла, но огорчу всех любителей русской культуры. Вот это все производство Польша. Поляки делают для нас вот такие прекрасные игрушки. И стоит эта коробочка аж целых 53 тысячи рубликов. А вот наше родное Нижний Новгород, ничем не хуже польского. Гляньте, красота какая, тоже стекло. Великолепные русские всякие украшения. Русские персонажи, а? О! Поэтому не берите польское, берите русское из Нижнего Новгорода. Отдавайте предпочтение русским производителям. Покупайте русское. Вот так. И слушайте русскую музыку рок-группы Волощука СД. О, отлично. Да, 23 этаж. Ну, видите, тут елки на любой вкус. Красота неописуемая. Прийти в ГУМ погулять – наслаждение. На елке наглядеться и ощутить приближение Нового года. И я уверен, он всем нам принесет счастье. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук.